Продолжаем читать книгу пророка. Иеремии, напомним, остановились на 13 главе, где звучит слова Слушайте и Внимайте. И в этом контексте есть одно место по поводу слушайте 15, -й, 16 -й стихи. Слушайте и внимайте, не будьте горды, ибо Господь говорит. Воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе он еще не навел темноты, и доколе еще ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, а он обратит его в тень смерти и сделает его тьмой. Вот этот небольшой отрывок, он подчеркивает пагубность, вредность смертельность гордыни. И, ну, в общем-то, мы про это говорили, хотя сколько ни говори, понимание того, что гордыня есть ядовитый корень, отравляющий всю жизнь человека, и, собственно, все бедствия человека из-за этой гордыни определяется она им или не определяется, но все отвратительные, грязные, греховные, скорбные последствия, все обусловлены ею, гордыней. Но здесь нам важно сейчас обратить внимание на другой Путь из гордыни, путь в обратную сторону, есть путь благодарности. То есть, когда мы воздаем славу Богу, когда мы предписываем, приписываем все Богу, когда мы ничего не приписываем себе, не успешную молитву, не выдержанный пост, не поданную милостыню, ничего вообще понятую фразу из Святого Отца, запомненную фразу из псалтыри, чтобы мы не взяли все, мы понимаем. Это исповедуем, считаем, что это действие благодати Божьей. Вот это прямой, нельзя сказать, что очень простой, с непривычки все сложно, но прямой путь от гордыни, путь обратно к Богу. И когда человек этого не делает, когда он не борется с гордыней, не возвращается, от гордыни вспять в смирение, то гордыня его постепенно погружает в мрак, о чем здесь пророк ремей лучше сказать, Дух Святой, устами пророка Иеремии свидетельствует. Гордыня погружает во мрак. Гордыня э, так э, организует бытие человека, что все делается мрачным. Во мрак не значит, что человек... Просто не видит, ну, скажем, не видит истины. Это да, он не видит истины, не видит правильного пути. Да, он не видит правильного пути. Он не понимает, что хорошо, что плохо. У него все гордыня, все вывернуло. Но самое главное, что он, этот мрак это не только незнание, не только непонимание. Это именно то, про что мы говорим, мрачное состояние духа, мрачный человек, тяжелый человек, человек, который неприятен, труден для всех, человек, который носит мрак во всех своих проявлениях, и потому он не может радоваться, не может любить, не может э, утешать, не может помогать, у него все э, отвратительно. вот очень часто люди спрашивают, ну скажем, не столько, конечно, в отношении своей судьбы, сколько в отношении судьи окружающих людей, но вот почему он такой, почему он все время орет, почему он всегда всем недоволен, почему она никогда не принимает советов, почему она всегда считает себя правой и так далее. Он, она в данном случае неважно. Вот. и человек пытается ему кажется что есть некий психологический ответ психологическое понимание именно этой особенности человека вот он не слушает потому что вот надо ему сказать какую-то фишку и он будет слушать надо ему прошептать какой-то заговор и все встанет на место нет на самом деле. Это человек сталкивается с тем, что рядом с ним помраченный человек. Он не принимает истины, он не видит истины, он не имеет истинных ощущений. Все его существо вывернуто наизнанку, не организовано неправильно по одной простой причине, потому что он э, болеет гордыней. Гордыня является для него вот этим элементом мрака и во всех вроде даже скажем э, ну может опытный только человек определить что это гордыня на обычным нам кажется что ну вот просто у него всегда плохое настроение просто вот он не ни, никак не может понять что есть правда что истина надо ему объяснить это все эвфемизм прикрывающие суть Суть в том, что человек горд, если он не принимает истины, даже вот в нашем смысле истины Священного Писания, если он не видит в ней света и истины, то главная причина – это гордость. И эта гордость отправляет в нем все, она помрачает его ум, помрачает дух, помрачает сердце, помрачает все. Если человек не хочет с этой гордыней бороться, если он не хочет ее искоренять, то есть не хочет обратиться к Богу с благодарностью, с тем, чтобы приписать все происходящее с ним благодати Божией, но при этом вот ничего не делая с гордыней, ожидает какого-то света, утешения, награды, благодати, то как говорит здесь очень сурово. Книга пророка Иеремии, «Вместо света он будет спотыкаться на горах с мрака, и Бог обратит его в тень смерти и сделает тьмою». То есть человек вроде ждет света, ему кажется, настолько помрачено его сознание, что он считает свои дела подвигом, свою жизнь благочестием, свои слова истинными и ждет, что будет мзда много на небесех, а на самом деле ничего не будет, кроме усиливающегося мрака, отравляющего, пропитывающего все в душе человека. Это страшное состояние, главное в этом состоянии, что главное и что страшно, это то, что человек не понимает, что его ждет. Скажем, христоматийный пример. Два разбойника на кресте. Один разбойник добрый, другой разбойник недобрый. Ну да с чего вы взяли? Все одинаковые, все разбойники, все учинили мятеж, все совершили убийство. Вот. Все, в общем-то, одинаковы. Но мы видим, что нет, не одинаково, что один человек, даже перед угрозой своей мучительной смерти продолжает злословить невинного человека и оправдывать свои дела. А другой в состояние в таком же совершенно защищает невинного человека и не оправдывает своего дела. То есть, исходя из того, что мы только что сказали, у одного человека гордыня, которая даже на кресте помрачает его ум, помрачает его сердце, у другого человека гордыни нет. Поэтому даже в последний час своей жизни он успевает исповедовать Христа своим Бог. 14 глава. «И сказал мне Господь, хотя бы предстали пред лицо мое, Моисей и Самуил, душа моя не преклонится к народу этому, отгони их от лица моего, пусть они отойдут». Если же скажу тебе, куда нам идти, то скажи им, так говорит Господь, кто обречен на смерть, иди на смерть, кто под меч, под меч, кто, и кто на голод, на голод, а кто в плен, в плен. И пошли на них четыре рода казни говорит Господь, меч, чтобы убивать псов, чтобы терзать птиц небесных, зверей полевых, чтобы пожирать и истреблять. И отдам их на озлобление всем царствам земли за Манасию, сына языки и царя иудейского за то, что он сделал в Иерусалиме. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим, и кто окажется страдания к тебе, кто зайдет к Тебе спросить о Твоем благосостоянии? Ты оставил меня, говорит Господь, отступил назад, поэтому я прострую на Тебя руку мою и погублю тебе. Я устал миловать. Я развиваю их велом за ворота земли и лишаю их детей, гублю народ мой, но они не возвращаются с путей своих. Дов их у меня более нежели песку в море, наведу на них наведу на них на мать юношей опустошителя, полдень нападет на них внезапно страх и ужас, лежит в изнеможении, родившая семерых испускает дыхание свое, ище днем закатилось солнце, и она постыжена и посраблена, и остаток их придам мечу перед глазами врагов, и говорит Господь, горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землей, никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост, а все проклинают меня. Господь сказал, конец твой будет хорош, я заставлю врага поступать с тобой хорошо во время бедствий и во время скорби. Имущество твои, сокровища твое, дам на расхищение бесплатно за все грехи твои во всех пределах твоих. О Господи, ты знаешь все, вспомни обо мне, посети меня, отомсти за меня гонителем моим, не погуби меня по долготерпению твоему, ты знаешь, что ради Тебя несу и поругание. Обретены слова Твои, и я съел их, и было слово Твое мне в радости, в веселье сердца моего. Ибо имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился» на тяготеющей над ней рукой твоей я сидел одиноко, ибо ты исполнил мне негодование. За что так упорно болезнь моя, и рана моя так неисцельна? Что отвергает врачевание? Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником, неверною водою? На это сказал Господь, если ты обратишься, то я восставлю тебя и будешь предстоять при лице моим. Если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь как мои уста. Они сами будут обращаться к тебе, а не ты будешь обращаться к ним. И сделаю, для тебя, и сделаю тебя для этого народа крепкой медной стеной. Они будут ратовать против тебя, но не одолеют тебя. Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя из руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Страшные слова, страшные слова и страшное... Страшное противоречие, страшное, трагическое противоречие, боль и отчаяние мы слышим в этой главе. Страшно измучен народ. Потому что слово, которое обращено пророком Иеремии, обращено к народу во время страшной беды, во время бездожия. Когда плачет Иуда, и ворота его, хотя и раскрыты, но ничего, никто в эти ворота ничего не вносит. Голодают животные, нет травы, голодают домашние животные, дикие животные, и у людей нет воды, все измучилось. Нигде никто не может найти никакого пристанища. Беда для людей, беда для страны, беда для почвы, беда для растений, беда для скота, для всех. И Иеремия, вроде бы как священник, он должен молиться за народ. И он пытается это делать, он пытается воздвигнуть слова молитвы, он возносит эти слова молитвы. Надежда Израиля, спаситель во время скорби взывает он молится, чтобы Господь его услышал, но Господь говорит, нет, не молись о народе всем, не молись, запрещает Бог молиться за народ. И Иеремия понимает, что запрет этот правильный, что запрет этот за дело, он же сам и обличает этот народ за грехи, он знает – Какие у народа грехи он знает, почему так плохо народу. У него нет сомнений в справедливости э, тех страданий, которые обрушены на народ. Он не рубщит, Но что же он делает? Вот, ему запрещено молиться, народу плохо. Что, что делать? -то? И вот эта странная, м -м -м, непонятная ситуация, нам непонятная, нам совершенно чуждо, незнакомая, невместимая в нас ситуация, а он продолжает надеяться. Вот, например, 9 стих. Хотя, ну, чуть пораньше чем, Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но ты, Господи, твори с нами ради имени твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред тобою надежды Израиля, Спасителя во время скорби, для чего ты, как чужой в этой земле, как прохожий, который зашел переночевать, для чего ты, как человек изумленный, как сильный, не имеющий силы спасти, и однако же ты, Господи, посреди нас, и твое имя наречено над нами, не оставляй нас. Он продолжает э, надеяться, в этом смысле 14 глава, она есть как бы предверие плача Иеремии. Следом за книгой Иеремии будет книга плача Иеремии, там есть потрясающие свидетельства об удивительной вере Иеремии, вере на грани вот где-то на грани отчаяния, то есть э, над бездной отчаяния, над бездной совершенной безнадежности, он верит, он свидетельствует об этой вере своей. Он продолжает надеяться. Все плохо, народ в ужасном состоянии, народ согрешил, казнь неминуема, Бог об этом ясно говорит. Но сверх запрет, сверх объективных факторов, наказующих, посылаемых в наказание от Бога, вопреки всему этому, сверх всего этого, сам Иеремия продолжает надеяться, продолжает уповать на Бог. Вот это удивительное состояние человека. Иеремии, нет, не Иеремии. Иеремия нам свидетельствует об этом состоянии, но состояние не Иеремии, состояние, как мы видим дальше, очень многих людей, состояние людей, которые проживают вместе со своим народом трудные мучительные, заслуженные времена. Это состояние, скажем, праведника в осажденном Иерусалиме. Это состояние праведника в осажденном в 15 веке Константинополе. Это состояние праведника на Афоне, по которому бродят и которым управляют турки. Это состояние праведника в сожженном в XIII веке Владимире, это состояние праведника где-нибудь в Новгороде во время Великой Чумы XIV века, это состояние праведника в сожженной Москве в 17 веке или э, в Москве в 16 веке во времена опричнины. Это состояние человека, который переживает, ну скажем, э, нашествие Наполеона или гражданскую войну, или Великую Отечественную войну, или, э, скажем, эпоху ГУЛАГа, э, репрессий сталинских по отношению к духовенству. Это состояние человека в последней, тех праведников, которые доживут до последних дней мира. Это состояние человека в подобные экстремальные периоды человеческой истории, когда его братья и сестры, его народ, его, ну скажем, единоверцы, формальны, они отреклись от Бога и получают за это. Но он, этот праведник, один из немногих, он не может их осудить, как это делаем мы этим свидетельством, что мы не праведники. Он не может осудить, потому что тогда какой же он праведник, если он осудил. Он не может с ними обниматься и целоваться, потому что они отреклись от Бога, которого он любит. Он не может слышать их речи, потому что они наполнены ложью. Они призывают к отступничеству, они призывают к неверию во Христа, они глумятся над ним, они призывают не соблюдать заповеди или поклоняться другим богам. Он не может терпеть их слух, их слов их вида, и не может их осудить. Он молится за них, чтобы Бог их простил, зная, что из Писания или из прямого повеления, как здесь, в 14 главе, Бог говорит Иреми, что не надо за них молиться. Он молится и знает, что молиться нельзя. Он просит о том, чтобы бедствие кончилось, потому что ему жалко своих братьев, и он знает, что молиться бесполезно, потому что бедствие не кончится. Как оно может кончиться, если люди отступили от Бога? Бедствие есть показателе их апостасии, показателе их отступничества. И вот это вот состояние, что делать, -то? судить нельзя и жить с ними невозможно, молиться нельзя и не молиться нельзя. Хочется попросить для них милости и сознаешь, что милость не может прийти, потому что люди не исправлены. Но все равно праведник, проживая все это, остается в состоянии веры. Он все равно надеется и даже не имея молиться, он продолжает верить, что Бог есть любовь и какими-то непостижимыми для человека путями Бог исправит все это, наведет порядок во всем этом. Как-то он сделает. Может, сделает, может, не сделает. Неизвестно никому. Но это не важно. Важно, что этот человек сохраняет себя в вере. Вот. Особенно кульминации звучат последние стихи 14 главы. «Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы твоей, вспомни; не разрушай завета твоего с нами. Есть ли между суетными богами языческими производящие дождь, или может ли небо само собой подавать ливень? Не ты ли это, Господи Боже наш, на тебя надеемся мы, ибо ты творишь все это. То есть человек должен продолжать молиться и верить даже сознавая совершенно бесплодность своих молитв, потому что если он перестанет это делать, он сам отпадет от Бога. В отчаянии или в в хуле или в ропоте, в ненависти, в злобе, в бунте или в восстании, в чем-то он тоже отпадет. Единственный способ не отпасть – это продолжать верить верить, что все, что происходит, происходит от Его руки, от Его действия, от воли Божьей. А воля Божья, безусловно, блага и всегда милосердна, а не только справедлив. Если что-то происходит, значит, должно то произойти. И я не буду роптать, я буду плакать и стенать Богу. Другого выхода нет. Его принципиально нет. Никогда не было, никогда не будет. И любой праведник, попавший в эту ситуацию, понимает, что другого выхода нет. Надо продолжать верить, надо продолжать молиться, иначе ты сам упадешь, и сам рухнешь, и камень этот тебя раздавит.